Испытание для души и тела. Народ Божий продолжает рождественский пост. Он длится 40 дней, но в отличие от Великого, имеет много послаблений. Во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы, можно есть рыбу. Лишь в самом его завершении, со 2 по 7 января, наступит более строгое воздержание в пище. Но все же во время поста главное не только физическое воздержание, сколько духовное. О том, как проводят эти дни в Астрахани, сюжет нашей коллеги Риммы Хохловой. Господи, помилуй, высокопреосвященнейший Владыка, благослови. В храме немноголюдно, это и неудивительно. Днем прихожане в основном на работе, а все пришедшие на молебен в Успенский собор сосредоточены и торжественны. Ведь традиционно время поста – это период борьбы со своими грехами и недостатками. Пост хоть какими-то своими силами, то есть постарался, то праздник намного светлее, ярче, и приятнее и радостнее становится. Мы же, когда ждем гостей, то мы стараемся в доме все убрать, прибрать, красиво накрыть стол. Также и во время поста. Я, например, буду, конечно, соблюдать пост и хочу очистить душу для того, чтобы встретить Христа с чистой душой и с чистой совестью. Духовная составляющая поста, несомненно, главная. Однако в период подготовки к Рождеству Христову немаловажно и внешнее воздержание от мяса молочной продукции. Есть и послабления для болящих, путешествующих, воинов и беременных женщин. Время самоограничения и молитвы, искушения и радости. Подвиг постный приводит верующих к светлому празднику. Он дает возможность человеку бороться с страстями. Когда человек может отказаться от чего-то в еде, он сможет отказаться и от страсти. И от этого получает радость. И душа, и тело становятся крепкими. Пост – это еще и время добрых дел. Во многих храмах готовятся сейчас к благотворительным акциям. Наш театр-студия при Астраханской епархии «Живая душа» готовит рождественское представление «Щелкунчик и волшебный орех». Для особенных деток, но и на сцене выступать тоже будут особенные дети. Это как сапожок? Так вот, да, это сапожок новогодний. Здесь я хочу этим бисером расшить. За полезным занятием три поколения семьи. Внучка, бабушка, прабабушка. Наталья Рискович, член православного клуба имени преподобного Сергия Радонежского из Приволжского района, готовит рождественские поделки к празднику. А потом на уроке красивые изящные вещицы сделают и учащиеся воскресной школы. Женщина приготовила и постный обед для всех домочадцев. На столе щедрые дары осени. И все это, собственно, с нашей дачи. Картошка запеченная, рулетики из лаваша сделаны, с морковью, с грибами жареными. А к чаю у нас сегодня постное печенье. Это печенье на рассоле. Нужен стакан рассола, стакан сахара, 1 чайная ложка соды, 3-4 стакана муки и полстакана подсолнечного масла. Кстати, члены православного клуба уже готовят подарки для детей из малообеспеченных семей, сирот, трудных подростков и бездомных.